Всем привет, друзья! Вы на канале Тиран Гейминг. И сегодня поговорим про актуальные бартеры, с которых вы сможете заработать хорошие деньги быстро, не выходя из схрона. Приятного просмотра! Итак, начнем. Первый бартер принесет нам от 5 до 15 тысяч рубелов прибыли. Зависит от цены барахолки. У миротворца на третьем левеле лояльности можно обменять 10 адаптеров USB на мою сладенькую стоковую M1A. В данный момент эти адаптеры стоят по 3,5 тысячи рублей. В таком случае прибыль составит всего 5 тысяч рублей. Но если вам удастся урвать адаптеры подешевле, то получите больше профита. Не забывайте, конечно же, что это оружие можно использовать в своих рейдах. Оно прекрасно. Теперь давайте перейдем к механику. Ребята, если вы уже имеете второй левел лояльности с этим торговцем, то вы большие молодцы, потому что бартеров на заработок у него побольше. И здесь реально есть на что обратить внимание. Первый очень крутой бартер идет на глушитель под названием Osprey. За раз мы можем обменять два таких на дрель. Сейчас дрель стоит около 18 тысяч рублей или меньше. А продаем мы этот глушитель механику за 22 тысячи рублей. То есть как минимум профит составляет 8 тысяч рублей, если мы учитываем, что продаем две штуки. Опять же повторюсь, чем дешевле вы сможете достать дрель, тем больше прибыли получите. И не забывайте, что вам не обязательно продавать эти глушители. Можете использовать их в своих рейдах, они очень хороши. Следующий бартер идет на глушитель гибрид, который обменивается на 4 оперативки ОЗУ. Они в данный момент стоят примерно от 7-8 тысяч рублей. В итоге профит примерно составляет от 10 тысяч рублей. Скажу сразу, что обменять такой глушитель можно 3 раза за один завоз, поэтому обузить не получится. Далее есть неплохой бартер двух сломанных LCD дисплеев на один рабочий. Я купил два сломанных за 8 тысяч рублей и продал не сломанный терапевту за 24 тысячи рублей. Следовательно, я получил прибыли 8 тысяч. Фишка в этом бартере в том, что их можно много раз обменивать таким образом. У механика очень большой запас на складе, поэтому используйте. Но имейте в виду, что выгодно брать их от 8 до 9 тысяч рублей с барахолки. Чем больше людей про этот бартер узнают, тем чаще будут его использовать. Поэтому сломанные LCD выше 11 тысяч брать не рекомендую. Будет совсем маленькая выгода. Только потратите время впустую. Лучше приходите в другой раз, когда они снова подешевеют. В итоге давайте зафиксируем прибыль. Если вы потратите немного времени на эти бартеры и сдадите их всего лишь по одному разу, то получите прибыль как минимум 29 тысяч рублей. Учитывайте то, что есть бартеры, которые мы можем использовать по 3-4 раза. И еще один бартер, который мы можем использовать много раз. В итоге, сами можете прикинуть, что это неплохой дополнительный и быстрый доход для новичков, при условии, что мы даже не выходим в рейд. Единственное скажу, что естественно, много вы так делать не сможете. Потому что когда вы скупаете предметы в большом количестве с барахолки, вы тем самым демпите цены, и они повышаются. Следовательно, тут надо подходить с умом и заниматься этим пару раз в день. В любом случае, на барахолке сидят довольно большое количество людей, поэтому урвать какие-то вещи подешевле не будет большой проблемой, если немного помониторить цены. А на сегодня у меня все, друзья. Спасибо Санрайз Санчо, Виктору Курочкину, Георгию Гвоздеву, Аапсу, Одину Гидро, Кириллу Тюндерову, Ванкиру, Андрею ВБ, Паулу Сау, Зеро Ту, Грид, Гоге Кислому, Тони Ви, Кинетику, Данилу Остику, Сталас Андрею, Шадо Маргане, Гуд Стресс, Сильверхейл Саме, Философу и Мунлайту за подписку на Boosty страничку моего канала. Им доступен наш закрытый чат, в котором можно обсудить тематику Таркова и не только. А также Boosty спонсоры могут играть со стримером, когда им будет удобно. Если тоже хочешь поддержать стримера в развитии канала, подписывайся по ссылке в описании. Там же в том числе будет ранний доступ к таким видео. И будут возможности повлиять на различные решения, связанные с ростом канала. В общем, присоединяйся, ведь нам не хватает именно тебя, боец.